Начинаем наши 3 минуты французского. Сегодня мы с вами выучим название мебели по-французски. Мы будем называть разные предметы мебели, а вы запоминайте, как они называются. Hello, Kitty, мальчик, покажи, пожалуйста, нам стол. Вот это стол, и по-французски стол это... Table. Еще раз. Table. Алис, скажи. Table. Table. Правильно, вот он. Но только по-французски все наоборот. Ребята, французский язык немножко странный. Стол – это она, поэтому мы говорим... Anna. Она стол, да. Мы говорим «une table». Анна, покажи нам, пожалуйста, кресло. Где кресло? Это кресло. Садись, Анна, посиди на кресле. На кресло садись, посиди. Слишком ты немножко большая, но ничего. Хорошо. Жюстин, по-французски кресло – это... Фотой. Вот. А фотой. Молодец, Алис. Очень хорошо сказала. Теперь, Олаф, пожалуйста, покажи нам диван. Где у нас диван? Вот он диван. Как по-французски диван? Кенапе. Кенапе. А, кенапе. А, панке. Ну, почти. Еще раз, Алис. А, кенапе. Или можно тоже сказать диван. Обычно, если это большой диван, мы говорим диван. А если это маленький, мы говорим, если это поменьше, мы говорим а канапе, да, Жюстин? Теперь давайте мы вам скажем, как сказать по-французски стул. Hello, Kitty, где стул? Вот, это будет стул. Подожди, только как будет стул по-французски? Une chaise. Une chaise. Yeah. Скажи une chaise, Алис. Une chaise. Молодец. Еще у нас здесь есть комод. Анна залезла на комод. Смотрите. Анна, пожалуйста, слезь с комода. Мне нужно его показать. Как сказать по-французски комод? Комод. Комод по-французски так же, как и по-русски. Анна, все, слазь с комода. В наших следующих занятиях вы узнаете название остальной мебели. Что такое? Слушай, Алис, мебель не грызу. Пожалуйста, не грызи кресло. Что ты грызешь? Скажи по-французски, что это? Фотой. Скажи, а фотой? Фотой. Фотой. Вкусная фотой? А, как вкусный, какой вкусный фотой. Хорошо. Итак, сегодня вы узнали, как называется по-французски стол. Une table. Стул. Une chaise. Комод. Комод. Диван. Un divan. И маленький диванчик. Un canapé. Кресло. Un fauteuil. На этом мы заканчиваем сегодняшнее наше занятие. Пока! Всем пока! Всем пока! Подписывайтесь на канал Планета Алис! Au revoir! Au revoir! Планета Алис!